Проект модернизации библиотечной системы «Перезагрузка библиотек Подмосковья» Министерство культуры региона разработало еще в 2016 году. Но лишь в 2019 перезагрузка впервые охватила сельские библиотеки. Стоит отметить, что у сельских учреждений своя специфика. Работа здесь складывается несколько иначе, чем в крупных населенных пунктах. И библиотека, способствующая культурному, интеллектуальному и творческому развитию у местного населения, является более востребованной. В городском округе Щелково переделают немало библиотек. Медвежьеозерскую, Гребневскую, Мишневскую, Оболдинскую, Литвиновскую, Огудневскую, Мальцевскую, Богословскую и прочие. Преобразованием будет подвержена и библиотека в Богослово. Здесь уже вовсю идут работы. И совсем скоро библиотека начнет функционировать и сможет принимать первых посетителей. Нашему округу повезло, мы реорганизуем, преобразуем 13 сельских библиотек. На выходе мы получим прекрасные новые оснащенные помещения, где можно будет не только почитать книжку, но и, конечно же, заняться каким-то кружком. Вообще данный проект помогает немножечко перевернуть понимание о самой библиотеке. Ремонтные работы будут включать в себя преобразование самого помещения, а также оснащение всем необходимым современным оборудованием. Помимо всего прочего, для обновленного пространства предусмотрен новый досуг, и он не будет ограничиваться одной лишь функцией – почитать книгу. Также в рамках системного расписания планируются различные мероприятия, мастер-классы, которые по нашему предположению обязательно привлекут дополнительных читателей и жителям Московской области, посетителям сельских библиотек будет интересно посетить библиотеку, получить новый вид услуг. Все работы планируют завершить уже к ноябрю этого года. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.